Центр по стрельбе. Надеюсь, что здесь будут проводиться и соревнования, проводиться тренировки, и люди, которые здесь будут тренироваться, порадуют нас своими успехами не только на территории Российской Федерации, но и на самых крупных международных соревнованиях и Олимпийских играх. Но самое главное, что этот центр будет служить делу формирования здорового образа жизни. Потому что эта миссия, которая отражена на плакате «Спорт – норма жизни», является целью нас всех, чтобы люди радовались спорту, чтобы спорт приходил в каждую семью, и мы вместе чувствовали себя здоровыми, счастливыми людьми, гордыми нашей великой страной. Я выражаю признательность всем тем, кто был причастен к строительству этого комплекса, строителям, проектировщикам, волонтерам. И, конечно же, еще раз хочу поздравить вас, уважаемые тренеры, спортсмены, организаторы, и поблагодарить за труд, пожелать вам успеха, здоровья, процветания, благополучия вашей земле. Спасибо большое. Большое спасибо.